Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжим пройдите игру под названием Borderlands 2. Окей, да, что серии очень много весят, увы, увы, увы. Так, давайте сначала по жетончикам. Урон ближний брой, так, граната, шанс стих, урон стих, максимум уровень здоровья. Давайте урон от стихии, хотя урон от стихийки. Давайте максимум здоровья. Урон, урон. Или скорострельность. Не, урон от стрельбы, конечно же. Что же еще? По способностям. Мы с вами идем к щиту. Поэтому. Ну, видишь, видите, у нас еще борьба за жизнь плюс урон. Повышает скорость перезарядки, уменьшает перезарядку подземного щита. Эффект зависит от уровня здоровья. Чем ниже уровень здоровья, тем сильнее эффект. Давайте щит, я думаю, вкачаем. Все, в следующий вкачаем защиту. Дальше я там буду думать. Скоро начнется. Так, по инвентарю что у нас? Мусор есть. В следующем месяце все жители получат свои билеты. Или пускай взрыв остается. Да, пускай взрыв остается. Раз, два. Три. Гранаты говно. Вот это можно взять. Это минус хп, поэтому нет. Или это тоже продать? Так, да, продадим. Все равно я их не использую. Все равно я их не использую. По патронам что у нас? Все хорошо. Но дробовики мало, конечно, немного, но... Не суть. Давайте возьмем, наверное, скоростную. Ну, а это тоже, в принципе, у нас много этих. Так стоит. А, так тут недалеко. Так, это кажется, до... Да. Это мне нужно... Надо Гипериона сейчас поехать. Попытаемся это быстро сделать. Тихо, с дороги не скажешь. Сим, не косим, не косим. Но видите, это более отзывчивое в управлении машина, чем те. Все, отвалить от меня. Ой-ой-ой, все. Готово, валим. У меня теперь патронов нету. Отлично! Сейчас мы тебя укротим! Ага, мне сюда нужно. Хорошо. Патроны для дробовика, отлично. А, забираем всю. Еще патрон для дробовика. Нужно, чтобы вершина приняла прямой выстрел из миномета. А теперь стреляй. Карима, не жалей, что Джек бросил твоего мужа в дробилку. Я сам лягу с тобой, если ты хорошенько попросишь. Дэйв! А теперь...
теперь попробуем со щитом. Минус D. Выстрели еще раз. А ты щит подрубила? Превосходно. Да, щит сработал. Щит работает. Вершина в безопасности. И Дэйва нет. Удачный день. Возвращайся при первой возможности. Возвращаемся. А прикиньте, если мы сейчас... Ой, я не сдохну. Нет. А прикиньте, мы сейчас типа вернемся, зайдем в бар тут, а там, короче, все празднуют смерть Дэйва. Так, мне бы машину, блин, нужно было машинку взять. Ладно. Ну, ладно. И так сойдет. Так, следующий у нас будет щит на турели. Поэтому нас теперь хотя бы не будут пробивать. И это очень сильно будет помогать в нашем этом деле. Во всех делах. О, могилки. Или они были здесь? Кажется, они были здесь. Теперь он рекомендует не выходить из дома. За порогом опасно. Там нет капельного. Так, все, можно сдавать задание. А где это последняя, да, была миссия? Знаешь, что мне больше всего нравится в Дэйве? То, что он мертв. Так, смертельный первоцвет. Что значит... Теоретически. Ну, теоретически это примерно. Если заряд щита или уровень здоровья на нуле, высвобождается взрывная волна. Ну, смотрите, он хороший. Емкость, скорость подзарядки 200 даст. Ну, задержка долго. Ну, там подзаряд жесткий. То есть секунду ждем, да. Ну там вероятность усиления, типа узлов и падения. Не хочу, ладно. Так, все, мы, короче, здесь с вами закончили. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Хорошо. Продать. Next. Пески. Поехали. А что, если пески... Подождите. Вершина, ущелье... А нет, оазис, то все нормально, все, полетели. Пески это нормально, оазис это дополнение про пустошь, пирата, все такое. Здрасте. О, хорошо, что ты здесь. Есть интересное дельце. А ну-ка, рассказывай. Как ты насчет клановых войн? Вражда реднеков и запордов вяло тянет уже много лет. И я подумала, что мир станет капельку лучше, если они все сдохнут. Или хоть кто-то из них возьми эту взрывчатку и символы кланов. Символы там, на свалке. План такой. Ты пойдешь на территорию реднеков и сделаешь свое дело. Убьешь кучу народа, у тебя это хорошо получается. И оставишь одной взрывчатки недостаточно. Нам нужны символы обоих кланов. Посмотри на свалки. Я уверена, там есть что-то подобное. Сейчас разместить, телепортироваться. А, на свалке это я понял. А мы там еще не были с вами. Реднеки выбрали этот символ, потому что им нравятся тощие девки. А тощие девки им нравятся, потому что Зафорды выбрали. Теперь у тебя есть все, что нужно. Отправляйся на трассу реднеков. Они так разозлятся, что еще больше пожалеют, что не убили меня в детстве. Решили жуков, все, валим отсюда. Мне нужно было открыть локацию. Ни хрена. Ты здоровый крабик! Ты здоровый крабик! А чё ты бежишь, алло? Помахти! Помахти! Где моя тачка? Так, устроить диверсию, поехали.
Убить муравьев. Убить кристаллисов. Что, куда вы полетели? А мне из этого опыта вообще да не дают. Ну я понял. Это третья по величине покрышка на Пандоре. Гордость реднеков. Они ужасно разозлятся, если она взлетит на воздух. Уступи дорогу! Так, убить муравьев. Ладно, пускай эти убивают. Ага. А, ты имеешь в виду знак? Лучше тебе отойти. Ой. Это будет круто. А теперь оставь тут символ Запада. Очень слабо. Так, остановить. Остановил. Папа Джимбо видит этот отвратительный символ Заффордов и принимает твой вызов, Микс Заффорд. Пандора позеленеет от крови Заффордов. Типа. Которым проще съесть ребенка, чем вырастить. Ну и Джимбо как-то раз приказал Мокси убить одного парня, иначе они... Чё, блядь? Это чё было? Крабик пришёл. Привет. Как дела? Кристаллисов. Что за кристаллисы? Так, теперь мне машина нужна. А как мне тогда так выехать, чтобы не взорваться? Окей. А давайте бочки поставим. Мы отвалили от каравана, ясно? Че, мы везем груз для папы Реднека? Нас больше никто не ограбил, ясно? Ладно, здесь прыгнем. Никто не ограбил, говоришь? Фу, мы это сейчас посмотрим. Мне кажется, с бочками будет веселее. Ну, либо хотя бы помощнее. О, вон они. Отвалите её. Ладно, Эва, ещё давай, ну, по-мирному решим в натуре. Я сдаюсь, чё, грабьте, короче, чё. Ладно, грабим, грабим. Одним заданием меньше. Изи караван. Ну, на самом деле, такое. Караванчик. Легко, все-таки бочки не лучше, чем пилы. Может быть, да, ими тяжелее попасть, но они получше будут. Блин, я не хочу туда идти, алло. Это уже другая локация. На горе.
А, так стоять. Мы что, в ту же локацию вернулись? Так, а можно я машину возьму свою? Я просто не хочу без машины тогда туда идти. А, ее уже спереть успели. Ладно. Не беда. Не беда. Так. Да, по пескам он медленнее. А, так оно еще ваншотит этих. Фу. Так это... Ты возле святых духов. Это штаб-квартира семьи Заффордов. Ох, как они разозлятся, когда узнают, что мы для них припас... Вот простой способ достать Заффордов. Уничтожить их спирт. Просто заложи заряды на их перегонные установки и вали оттуда. Теперь нам осталось сыграть на их вражде и посмотреть, кто выйдет победителем. Это будет забавно! Что там происходит? Насыти мне в глаза! Это чего, символ реднеков? Чёртовы ублюдки, опять хотят звездюлей! Но вы еще пожалеете, олухи, что связались с Миком Заффордом! Похоже, он рассердился. Поговори с Миком Заффордом в Святых Духах. Могу поспорить, у него уже есть план ответного удара по реднекам. И ему понадобится помощь кого-то вроде тебя. Призываю всех бойцов помочь мне искоренить клан реднеков. Плачу кровью, выпивкой и пулями. Приходите в бар, Святые Духи. Хорошо, что я далеко не уехал. Святые Духи. Это не ты? Ты? О! Я знаю этот крик. Это отсылочка. Выпить? Давай. А ничего, что это эффект битья поэта? Уничтожили мою перегонную установку. Все, перемирию конец. Эй, искатель хранилища, поговорим. А, задание выполнено, ничего как быстро. Поможешь мне расправиться с реднеками? Хорошо. Ублюдки обожают тискать своих сестер и еще автомобили. Ты отправишься к ним и испортишь им голову. Спускайся ко мне в подвал. Правильный выбор. Давным-давно один из реднеков утопил несколько Заффордов в ручье. С тех пор, как пару лет назад бывший реднек убил моего брата-счастливчика, мы заключили перемирие. Но после того, что они сделали с нашей перегонной установкой, война снова в силе. Эх. Куда, в подвал? Нет. А куда? А куда? А куда? Чёртовы реднеки еще не захлебнулись в крови. Ну, нам в подвал нужно, бы сказал он. Так, инвентарь. Лишнего оружия не бывает. Будь умницей, возьми динамит. Сейчас, подожди. Продать, продать. Мат. Так. До скорого. Вот так. А теперь вперед, пески. Если что, найдешь меня наверху, в баре. Мне интересно, вот это что за зона черная, большая, закрытая? Я сначала думал, что это где-то наверху, но нет.
Это все где-то здесь должно быть. Вот эта снайперка прикольно выглядит. Типа деревянная, старинная, хороший прицел, много патронов, там в районе 16 патронов. И, ну, если смотреть по магазину. Да, он не очень поворотливый. По маневренности будет лучше использовать эту херовинку. ППШ. 20 на минуту уже прошла. У нас все еще война этих гильдий. Группировок. Ой, я бы сейчас тупанул. Ой, бля, я бы сейчас тупанул. Свежее мясо. Так. Так, ну я добрался. Редники часто устраивают гонки. Тебе нужно заложить взрывчатку в фейерверки, которые они расставляют вдоль трассы. Когда они запустят фейерверки, будет кровавая баня. Так, я понял, где это. О, тихо-тихо, нам... А, это другой флешок. Или нам этот нужен? На, нет, нам нужен другой флешок. Не хочу с машины вылазить. Пойду с той стороны начну, так бам-бам-бам. И на машине проеду. А если не забывать, то там еще челик сидит. Эй, что ты там делаешь? Проверь фейерверки? Здорово, я уже проверил. Но все равно спасибо. Да, это все-таки тот, который там сидит. Все, динамит заложен. Теперь иди туда, откуда редники управляют своей пиротехникой. Оттуда будет отлично видно взрывы. Так лучше тогда с машины немного выйти. Машину немного подальше отдвинуть. Бабах, бабах, что ты тут делаешь? Хочешь пожелать мне удачи в запуске фейерверка? Когда этот чувак... Так. Не, я его убивать не хочу, слушайте. Можно его не убивать? Но он прикольный. Я не хочу его, посмотрите на него. Ой. Вовремя ты. Вовремя ты сказал, конечно. Она, как вовремя сказал, вот это типа, взрывай, о, а теперь не взрывай. Так, ну по сути... Милочка, поздоровайся с гостями. Неплохо, милашка! Взрывы было видно даже отсюда! Возвращайся в мой гараж и подумаем, как помочь Редникам отомстить за испорченную гоночную трассу! Пипец ты мудришь, я тебе говорю. Вот эти битва кланов. Можно так и серию назвать, битва кланов.
Ведь оно так и есть. Да, поворотливости у машины вообще нету. После этой кровавой бойни между двумя кланами останешься только ты с пригоршни долларов. Я Джимбо. Джимбо. У нас еще, да, появилось заданница, как я вижу. Это всепланетное сообщение Эхо. Нужны сильные солдаты, которые не задают вопросов. Помогите семье Редников победить этих проклятых псов Саффордов. Отправляемся. Джимбо. Ценное оружие везем, ясно? Ну-ка, отвалили все подальше. Отец просит тебя помочь нам в войне с этими мерзавцами Заффордами. Ты обчистишь их нычку с деньгами. На Нагорье у нас есть тайник, все подробности в нем. Сходи туда! Ох, божечки, кошечки. Где именно? Нагорье в тайнике, который находится снова же в другой карте. Да, они меня заставляют побегать. Знаете, чем я удивился? У меня мухи начали летать по хате. Добраться до тайника. Уже серия почти закончилась. А мы все еще в двух локациях туда-сюда ездим. Может, мы все... Так подожди, ваш тайник здесь находится у них? Выйди из комнаты. Выйди, я сказал. Трогаешь моего кошечку. Котика моего забрали. На уличку. Может, да уйди ж ты! Может, они где-то имеются в виду здесь, стоять. Прятанная, о которой я вам говорил, это черная зона. А нет. Где-то здесь у Заффордов тайник с деньгами, но мы точно не знаем где. Их кассир часто уходит из бара Заффордов. Отец говорит, что он приведет тебя к тайнику, и тогда ты обчистишь их нычку. Но не попадайся ему на глаза. А. Найти лепрекона. А. А, может, это вот это она и есть зона? А вот и кассир. Проследи за ним до тайника, но не подходи слишком близко. Эти кровожадные редрики уже столько лет охотятся на нас, хотя слухи, что скету, который убил, счастливчик, ушел из всех. За мной следят. Не-не, не может быть. Еще пару лет такие походов в тайнике, и отец в конце концов полюбил меня. Как сын, я понимаю, лучше счастливчика. О байке я разговариваю, у тебя между похоронью и ручьем. Это мой главный достоинство, да? Я согласен. Голос в моей голове. Хрена у тебя здесь пещеры. Тайник уже рядом, как я хочу попасть внутрь незамеченным? Это самая приятная часть прогулки. Если меня никто не... Эй, кто... есть там кто-нибудь? Кажется, никого. Ну что, что мы уже здесь находим? Цвету. Пипец, куда мы спускаемся сегодня? Уху! А вот и денежки! Грохни кассира и забирай все, что там есть.
Ух ты мой, им нужны мои деньги. Замечу, что каждый выстрел из него попадали деньги. Ой! Ни хрена себе, он после этого еще сдох и разорвался на части. Ни хрена тут денег. Да. Денежный склад, так денежный склад. Так тут тоже деньги. Кажется, все. А нет, тут еще что-то есть. Обчистить тайники. Значит, тут еще есть 5 тайников где-то. Ой, запрещенная зона. Но меня не атаковали. Так, вон еще тайники вижу. Ну, как максимум 2. Ой. Нет, много вижу. Так, еще 3. Готово. Так, можем выходить отсюда. Ключ лепрекона. Значит, тебе удалось свою подражительничку с Захаром? Прекрасно. Мне сказали, что они планируют какую-то пакость, чтобы отомстить Реднокам. Спасибо за помощь идеи, кстати. Мать всегда говорила, что мне не выжить, если эти идиоты начнут войну не на жизнь, а на смерть. А мне всегда хотелось, чтобы она оказалась не права. Навыка. Бац. Бац. Ну смотрите, в принципе... Блин, и опять 30 уже 2. А мы никак не можем войну кланов закончить. Плохо. Давайте поспешим, может успею все сделать за эту серию. Давайте, наверное, в этой серии все сделаем. Реднеки. Клановая битва. Никак не могу ее закончить. Да, ну во время ремонта грузчиков инспектор очень уязвимы. Ну и инспектор это имеется в виду летающие эти. Лучше баги вызвать. Меньше времени буду тратить. Меньше времени буду тратить на поездочку туда-сюда. Давай энергии, набирайся, набирайся. Я готова. А мне постоянно нужно так объезжать? Так. Вернулись. Есть еще одна работа для тебя. Найди моего человека в песках, он расскажет детали. Моего человека в песках. Найди. Смешно. Не, походу туда только один путь. Ну зато мы Вот это единственный раз, когда очень много топ-миссий дает. Именно
нормально много. Ну это ж много, да? Привет. Они убили моего брата. Ратники послали какого-то деревенщину, чтобы тот проследил за Питером до тайника, а потом они безжалостно убили его. А он и мухи в жизни не обидел. Остается только одно. Сжечь их трейлеры дотла. И хорошо бы после заката. Я хочу видеть, как их дома горят под полуночным небом. Действуй. Ну смотри, тебе в принципе повезло, потому что уже ночь. А где уже ночь, да? Ну, если звезды появились. Открой цистерну с бензином, потом стреляй по ним из огненного оружия. Да, может быть, это жестоко, но редники первые начали. Открыть топливный бак. Начать стрелять с огненного оружия. А теперь пали по цистернам из огненного оружия. Обычные пули ее не возьмут. Давай я сначала их все пооткрываю. Чтоб потом меньше было бегать. Жестко. На войне как на войне. Это значит, что ты должен быть готов делать то, на что не решился твой. Черт возьми, что там происходит? Неплохо получилось. Возвращайся к стене, сраные. До свидания. Понимаешь, это что-то очень слишком затянуто у них. Война? Мне что тогда так и серии назвать? Война кланов? Пару лет назад бывший Реднок убил моего брата Счастливчика. Скоро мы устраиваем поминки. Буду рад, если ты придешь. Да, я приду. Теперь отправляемся к ним, да? Нам нужен убийца, и немедленно. Смотрите же, мы сделаем. Мы отправимся убивать их как раз на этот. Когда-то похорона или что он там говорил, будут поминки. Ой-ой. Мне щит этот бесит, он... Ценное оружие везем, ясно? Ну-ка отвалили все подальше, а то вам не жить, ясно чё? Эй-эй-эй! А за что вы нападаете меня? Я уже другой! Хорошая турель. Типа они видели, что я только что сделал и что дадут мне задание? Ужас.
Ужас. Или хотите, можем закончить, в принципе, на этом серию. А дальше мы, короче, продолжим третью битву. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.